Здравствуйте! В эфире информационная программа «12. Новости Республики» на телеканале «Регион 12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. Руководитель республики Александр Евстифеев представил членам правительства МРИЭЛ нового министра сельского хозяйства и продовольствия. В отрасли, которую возглавил Юрий Садыганов, сейчас горячая пора, в разгаре весенние полевые работы. Как отметил глава республики, времени на раскачку нет, и несмотря на капризы природы, сельхозпроизводители должны в ближайшее время выйти на плановые показатели. При этом им гарантирована поддержка со стороны правительства республики. Особое внимание будет уделено тем предприятиям, которые ориентированы на внутренний региональный рынок. Новый министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Садыганов хорошо известен в нашей республике. По словам Александра Евстифеева, он своего рода играющий тренер, и поэтому одинаково успешно занимается как научной деятельностью, так и практической работой. Кандидатура была согласована со многими руководителями районов республики и нашла полное понимание и поддержку. Поэтому с первых же дней новый глава сельскохозяйственной отрасли должен в полной мере проявить свои высокие функциональные возможности. Мы готовы вам в части ваших функциональных обязанностей, насколько это для нас возможно, помогать. Ну и одновременно мы все ждем от вас результата для того, чтобы сельское хозяйство республики качественно стало на новую ступень, развивалось и приносило пользу каждому жителю республики. Спасибо. Не просто бюджету, потому что, ну что такое помочь бюджету? Вроде как для жителя это, ну, такая какая-то отдаленная ситуация. А вот если мы будем помнить, что жители нам порой говорят, да, есть у нас прогрессивные технологии, да, есть у нас производства, которые заметны даже в составе всей страны, но, говорят жители, иду в магазин, цены очень дорогие. Ну вот, скажем, разве это не вопрос? Вопрос. Могут жители такой вопрос задавать? Могут. И все мы должны думать, как на этот вопрос ответить, не в смысле развести руки в стороны от бессилия, а в смысле найти решение. Хотя бы для начала, для тех слоев населения, которые менее защищены в социальном плане и так далее. Поэтому нужно думать и о создании каких-то возможных преференций для тех сельхозпроизводителей, которые будут свою продукцию или часть своей продукции адресовать, ну, прежде всего, жителям нашей республики, но при этом будут считаться с ценовой политикой. Что же касается непосредственных задач, которые в этом году стоят перед сельхозтоваропроизводителями, то только по отрасли растениеводства в республике запланировано произвести 210 тысяч тонн зерна, 314 тысяч тонн картофеля и 152 тысячи тонн овощей. Для достижения таких показателей необходимо сохранить имеющиеся посевные площади. Согласно соглашению между республикой и Министерством сельского хозяйства России, введен специальный целевой показатель – 250 тысяч гектаров посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур. На сегодняшний день общая площадь посевных в республике превышает 290 тысяч гектаров. В ряде районов ожидается существенное снижение посевных площадей, но проблему намерены решить за счет передачи земель успешным предприятиям, а также крестьянско-фермерским хозяйствам. Семян зерновых и зернобобовых имеется в должном количестве, и практически все они кондиционные. Аналогично обстоит и ситуация с минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами. Из-за холодной и влажной погоды темпы посевной остаются низкими, поэтому ее ход будет взят под жесткий контроль. Тема сельское хозяйство – это та тема, к которой мы с вами должны консолидированно обращаться с какой-то периодичностью. Потому что, ну, если мы решим, что вот у нас состоялся министр и теперь закончились проблемы, это не так. Мы должны встречаться, потому что и в летний период мы будем делать это часто, не реже одного раза в месяц. Ну, зимой более спокойное для крестьянского труда время. Ну, а вот сейчас мы должны, закончив посевную, думать о других этапах работы. Я думаю, что вы в этом смысле меня поддержите. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства нашей республики в этом году предусмотрено 1 миллиард 483 миллиона рублей. 1 миллиард 343 миллиона будет выделено из федерального бюджета, а 140 миллионов рублей дотирует бюджет республиканский. Имея такую материально-техническую базу и зная трудолюбие марийских селян, мы вправе рассчитывать на то, что очередная битва за урожай будет выиграна.
Почти 22 тысячи детей и подростков отдохнут этим летом в оздоровительных учреждениях МРИЭЛ. В республике продолжается подготовка к сезону летнего детского отдыха. По данным Роспотребнадзора, МРИЭЛ в этом году будет работать 228 летних оздоровительных лагерей. Из них 16 загородных, 3 детских санатория и 2 палаточных лагеря. Остальные в основном пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Во всех загородных оздоровительных лагерях будет организовано 5-разовое питание, а в дневных лагерях – 2-разовое. Добавлю, что стоимость путевки в загородный лагерь на одного ребенка в этом году начинается от 8-9 тысяч рублей за 10-дневную смену. Во всех детских учреждениях республики в эти весенние дни проводится массовая диагностика туберкулеза. Специалисты подчеркивают, что важно не пропустить время проведения пробы. В то же время есть родители, которые сомневаются в необходимости проведения реакции МАНТУ. Позиция медиков однозначна – пробу проводить, так как республика относится к числу регионов с неблагоприятной ситуацией по туберкулезу. Однако в МРИЭЛ ежегодно регистрируется около 1000 отказов в год от диагностических проб на туберкулез. А чревато это не только отсутствием диагностики. У родителей могут начаться сложности с зачислением детей в садик или школу, куда не прошедших обследования на туберкулез могут просто не принять. Почему важно и насколько безопасно проходить диагностику? Об этом вопросы напрямую заведующие детским отделением республиканского противотуберкулезного диспансера Валентине Эренберг. Валентина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. В России появились новые способы диагностики туберкулеза. Значит ли это, что про пуговку, которая страшит многих родителей, можно забыть? Диагностика туберкулеза – это очень важный раздел детской фтизиатрии. И действительно, с 1965 года в нашей стране проводится этот диагностический тест. Так называемая пуговка, правильное ее название – реакция МАНТУ с 2 туберкулиновыми единицами. 2 туберкулиновые единицы – это значит, в организм вводится определенная доза препарата туберкулина, которая позволяет распознать, ребенок инфицирован туберкулезом или не инфицирован. Проще говоря, этому ребенку проводить какие-то профилактические мероприятия в отношении туберкулеза или не проводить. Безвредность реакции МАНТУ доказана десятилетиями. Но дело в том, что в последнее время встает вопрос о внедрении новых методов диагностики туберкулеза. И в частности, в течение нескольких лет в нашей республике с 2009 года наряду с реакцией МАНТУ традиционной внедрился новый метод диагностики туберкулеза, так называемый диаскин-тест. Первоначально, до 2016 года, он существовал как метод дифференциальной диагностики между туберкулезной инфекцией и нетуберкулезной инфекцией. А согласно последним медицинским документам, с 2016 и в течение 2017 года этот метод наряду с реакцией МАНТУ, то есть диаскин-тест, применяется как скрининговый метод. Различие лишь в том, что реакция МАНТУ применяется у детей до 7-летнего возраста, а диаскин-тест применяется у детей с 8-летнего возраста. А что такое вообще реакция МАНТУ и почему родители разделились на 2 группы? На тех, которые беспрекословно подчиняются требованиям медиков, и тех, которые считают, что МАНТУ повредит здоровью ребенка. Следует отметить, что реакция МАНТУ – это диагностический тест. То есть ошибочное мнение родителей считает, что реакция МАНТУ или диаскин-тест в настоящее время применяемый, что метод профилактики или профилактическая прививка. И поэтому возникает боязнь родителей, что в организм введут какие-то агенты, которые вредны для здоровья. На самом деле эти препараты вредного действия на организм не оказывают и позволяют диагностировать туберкулезную инфекцию на ранних фазах заболевания. Валентина Андреевна, насколько актуальна диагностика туберкулеза в нашей республике? Наша республика – это регион, где все-таки сохраняется заболеваемость туберкулезом взрослого населения. А известно, что в прямой зависимости существует заболеваемость детского населения. И вот только благодаря проведению вот таких диагностических мероприятий, как реакция МАНТУ с 2 туберкулиновыми единицами, диаскин-тест, удается выявить туберкулезную инфекцию еще до развития заболевания. То есть проводимые вот эти пробы позволяют увидеть первые признаки заболевания, то есть позволяют увидеть на этапе, когда туберкулезная инфекция только-только попала в организм ребенка и не развилось заболевание.
Поэтому очень важно в настоящее время. Еще добавлю, что благодаря вот этим диагностическим методам, все-таки, несмотря на заболевания взрослого населения, в нашей республике нет тяжелых, запущенных форм туберкулеза у детского населения. Что вы можете сказать родителям, которые однозначно отказываются от пробы МАНТУ своим детям? Хочется сказать этим родителям, что медицинские работники – это те люди, которые стоят ответственно на страже здоровья детского населения и могут ответить на любые вопросы, которые возникают в этом случае. Поэтому, пожалуйста, консультация после участкового педиатра, консультация фтизиатра противотуберкулезного диспансера, консультация заведующих отделений фтизиатрическими. Диагностика туберкулеза в нашей стране и в нашей республике, конечно, бесплатная. И, значит, две пробы, которые применяются, реакция МАНТУ 2ТЕ и диаскин-тест, это совершенно бесплатные процедуры. Значит, в последнее время разрабатывается ряд медицинских документов, которые разъясняют порядок действий медицинских работников при случае и в том числе и отказов от туберкулиновых проб. И я думаю, что мы впоследствии все равно будем добиваться того, что население поймет, что это действительно благо, что в нашей стране существуют эти такие ценные диагностические методы. Буквально недавно вышли клинические рекомендации в случае того, если родители отказываются от постановки туберкулиновых проб своим детям. В частности, если отказывается от проведения туберкулиновых проб родитель, то он приглашается на иммунологическую комиссию, на врачебную комиссию лечебного учреждения, затем уже направляется к фтизиатру. Фтизиатр определяет перечень альтернативных методов исследования и выдает соответствующее заключение. А ответственным лицом в этом случае является руководитель образовательного учреждения. Он принимает решение, допускать или не допускать этого ребенка в образовательное учреждение, то есть школу или детский сад. От Москвы и до Берлина. Республика Мариэл в мае этого года впервые вошла в число регионов участников мотомарша, который прошел накануне Дня Победы. Родной регион в большой колонне мотоциклистов представлял член клуба «Ночные волки» Сергей Малков. Он вез по маршруту Победы георгиевские свечи, которые были приготовлены руками из каролинских школьников. О подробностях путешествия в нашем следующем сюжете. В канун Дня Победы на уроках, посвященных воспоминаниям о Великой Отечественной войне, ученики 29-й и 2-й школ Йошкар-Олы старательно выводили на георгиевских свечах слова благодарности своим дедам и прадедам. Каждую букву, каждый штришок мальчики и девочки наносили на заготовки георгиевских свечей, словно затаив дыхание, с особым старанием. Ребята знали, их свечи зажгутся по всей России и Европе, пройдут по тем памятным местам, где их деды и прадеды проливали кровь, освобождая землю от фашизма. А идея создания георгиевских свечей 3 года назад появилась у йошкар-олинца Дмитрия Мишина. Он пришел тогда в региональный исполком партии «Единая Россия», где его и поддержали. И вот сегодня акция уже охватила всю республику, выйдя далеко за ее пределы. Родилась идея, что если дети оформят подсвечники, подпишут их памятными словами, сами подпишут. И вот эти подсвечники зажгутся на пути к победе. Кто-то не дожил до победы, кто-то дошел до Берлина, и это будет очень символично. Показать всей Европе, недругам, что мы помним о нашей победе, мы чтим своих героев. Около сотни свечей на этот раз отправились по маршруту Победы из Йошкар-Олы. Были и особые наказы Сергею Малкову, выполнявшему эту ответственную миссию. Так ученики Йошкар-Олинской школы номер 2, которая носит имя нашей землячки Ольги Тихомировой, приготовили отдельную свечу в память об отважной партизанке. Ее попросили зажечь в Белоруссии. Здесь погибла и похоронена героическая девушка из Йошкар-Олы. Я выполнил часть поручения именно школы номер 2 о возложении вот свечи памяти Ольги Тихомировой, нашей землячки. Мотопробег проходил по России, значит, в каждом месте, в памятных местах, на Соловьево переправе, в Снегирях, в Одинцовском районе, где враг был остановлен и началось наше наступление. Везде в этих местах мы
ставили эти, зажигали свечи памяти. Но, значит, до Берлина я не доехал, потому что польские власти, мотоколония ночных волков, запретили въезд. Одиночные мотоциклисты, которые заблаговременно пересекли границу, были в Польше идентифицированы и депортированы. Наше руководство приняло решение мотоколонну развернуть обратно, то есть не пересекать польскую границу, а перелететь по возможности тот, кто мог, самолетом перелетели в дружественную нам Словакию. Свечи, которые должен я был установить в Берлине в Трептов-парке, они улетели с руководителем, с Андреем Бобровским. Свечи из Мариэл добрались до Берлина, несмотря на все преграды. И в День Победы их зажгли здесь в память о наших земляках, героях той страшной войны. Среди них была и свеча, точь-в-точь подобная той, что 9 мая зажглась возле монумента воинской славы в Вишкар-Оле. Память жива, несмотря на все. Столетию революции в России и началу гонений на православную церковь в стране. В Вишкар-Оле прошли 6-е епархиальные мироносецкие чтения, представительная научно-практическая конференция, на которой деятели церкви, педагоги, ученые выступают со своими докладами по различным секциям, от культуры до проблем помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Для участников мироносецких чтений это возможность открыть что-то новое, перенять опыт, приобрести более глубокие знания по широкому ряду тем. Лейтмотив чтений в нынешнем году вполне ожидаемо связан с трагическими событиями, начало которым было положено 100 лет назад, в 1917. Эти чтения посвящены столетию трагическим событиям, которые произошли в нашей державе российской. В частности, Марийской Республики. И сегодня еще раз мы зададим себе вопрос, ради чего наши предки шли на страдания и мучения, и ответим, чтобы сохранить святое православие. Отмечу, что мироносецкие чтения приурочены к праздничному для епархии дню – дню обретения одной из главных святынь Марийского края – мироносецкой иконы Божией Матери. Три студента из Мариэл представят республику в финале чемпионата профессионального мастерства World Skills. Сегодня в Краснодаре стартовал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам World Skills среди студентов учреждения профессионального образования. Так, по итогам отборочных соревнований, которые проходили в феврале-марте, в состав сборной «Мариэл» вошли три студента. Михаил Васильев из Ишкаролинского строительного техникума будет участвовать в компетенции «Кирпичная кладка». Компетенция «Облицовка плиткой» республику представит Павел Виноградов, также студент Ишкаролинского строительного техникума. Студентка торгово-технологического колледжа Татьяна Мусунова примет участие в компетенции «Ресторанный сервис». Победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной World Skills Russia, участники которой представляют Россию на мировых и европейских первенствах. В этом году сборной World Skills Russia предстоит отстоять честь российского флага на чемпионате мира, который пройдет на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В Мариэл пришла долгожданная весна. Погода возвращается к климатической норме. Очередной циклон начинает закачивать в центральную Россию теплый воздух. В середине недели центр циклона сместится на юг, а мы окажемся в его теплом секторе. Поэтому местами могут пройти кратковременные дожди. Но это не помешает столбикам термометров подняться до отметок в 13-18 градусов. А с пятницы начнет усиливаться влияние казахстанского антициклона, который к концу недели должен принести настоящее лето. Ожидается, что в выходные дни установится сухая солнечная погода. Информационная программа «12. Новости республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в 6:30 утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания.